Всем привет! У нас есть вот такая вот спальня, и сегодня я покажу, как прикрутить прикроватные светильнички в эти места. Были куплены вот такие вот светильнички маленькие, аккуратненькие. Первым делом раскручиваем светильник и забираем вот эту вот планочку изнутри. Прикладываем планку к стене немножко выше провода и отмечаем карандашиком, где у нас будут отверстия под дюбеля. Вставляем дюбель и закручиваем крепежную планку. Теперь необходимо разделать провод. Теперь проверяем, работает ли светильник. Светильник работает, напряжение есть. Теперь необходимо выключить выключатель, и напряжения у нас уже тут не будет. Поэтому можно работать легко. Отрезаем необходимое количество провода. Зачищаем провода красивенько. Теперь необходимо подключить наш светильник к проводам. И закрепляем наш светильник на боковой планке. Вот так вот. Мы смонтировали интересные прикроватные светильнички.